В начале видео хочу рассказать вам о интернет-магазине megazip.ru, который сейчас чуть ли не единственный возит оригинальные запчасти на автомобили, лодочные моторы, снегоходы и, конечно же, на мотоциклы. Ребята проверенные на рынке уже более 10 лет. Сегодня на Мегазипе акция «Всемирный день шопинга». И для вас, мои дорогие подписчики, в связи с этим у меня есть промокод на скидку 25%. Переходите на megazip.ru, заказывайте запчасти. Промокод Кондраков действует до 14 ноября включительно. Спасибо. Какой сервис, слушайте, какой сервис? Походу, БМВшники меня запомнили и это, знаете, решили вести себя от обратного. Решили быть супер добрыми, чтобы я восстанавливал честь марки. А еще речь нельзя, ему он даже ножка гудит, блядь. И я тоже погужу на всякий случай. Для профилактики, короче. 45 градусов угол. И он едет через три полосы. Ну так нельзя. Он чем он смотрит? Капотом, блядь, когда едет с таким углом. Он же ни хрена сам не видит, это же очевидно. Да. Если это сломал, да, ремонт будет. Как, куда ремонт будет? На какой метро? Вот у этого именно мотоцикла? Да. Вот, да, ну, я не знаю, на самом деле сервисов много, можно в любой, в принципе. Сервисов по Москве много, штук там 5-7. Мой друг есть, это ремонтный сервис. Ага. Ян, знаешь, Ян? Что именно? Ян имя, знаешь, ремонт будет, ремонт. Ян на сервис? Да. Не знаю. Петро Дубров, не знаешь? Не, не знаю, я на севере живу, далеко отсюда. Хороший человек, нормальный ремонт будет где-то. База, большая это территория. А, я понял. Конь ведет на сколько едет? Ай? Конь ведет на сколько едет? Скорость в смысле? Да. 260. Чувак передо мной перестроился. В принципе, ну, так еще довольно безопасно это сделал. Потом рост такой сразу уступать начал. Видимо, не знаю, посчитал, что за ним вина какая-то. Хотя ее не было. Но я его поблагодарил. Да, ремонт в тему. Вот мне интересно, опять же, да, знаки нельзя поставить заранее? Или это что, или это не ремонт? А, ну это они чистят, короче. Ну вот нельзя ли знаки поставить заранее, чтобы вот не было, как сейчас произошло? Так что люди едут за 100, потому что здесь, ну это вот 90 ограничения. Соответственно, едут все 110, и тут, короче, грузовики стоят в левой полосе. И все тормозят, ну, типа, экстренным торможением. У чувака воблинг начался, видите? Видите, все-таки чопперы действительно склонны к воблингу. Смотрите, не может погасить, вот только получилось. Шимми началось, в общем, у чувака. Расколбас. Это что за прикол? Почему Шкода Октавия пробует гоняться со мной? Ёбл,
Ёлки-палки, блин, я думал, какая-то крыса бежит, короче, или, ну, кошка, собака. Блин, вот это вот обман зрения произошел. Короче, 2D-крысы атакуют, ребят. Бля, вы это видели, нахуй, я подъезжаю, они, короче, просто, блядь, вплотную, короче говоря, начинают ехать друг к другу. Как будто, знаете, специально ждали меня. Почему на Кэмри наручники висят на выхлопной трубе? По-моему, это не очень хорошая замена ведерку. Слушайте, а что за прикол? Смотрите, 2 следственного комитета машины и 2 просто какие-то брички, помойки Toyota Camry черные. Без опознавательных знаков, но у них какие-то модные рамки. Вот я смотрю, модная рамка у него. Вот. Блин, может тоже установить модную рамку? А то я еду как лох, короче, вообще в рядах. А то можно по автобусным полосам видеть. А, это даже не Camry, это вообще супер помойка Mondeo. Это же Mondeo, друзья. Бизнес-класс. Что за прикол? Ну, судя по всему, какие-то к чему-то относящиеся, в общем, чуваки, не знаю. Либо самоуверенные. Либо много денег на штрафы, еще такой вариант. Не, ну я шучу, это, наверное, какие-то реально к чему-то относящиеся. Ну, не знаю, короче, не знаю. Но я, в общем, все равно их всех делаю в потоке. Как делаю? Конечно, с таким я не готов конкурировать. А, ну хотя нет, он просто первым, походу, встает. Так я тоже могу. О, чувак, без шлема, смотрите, на красный, как хуйнул, блядь. Ему, походу, нормально вообще. С этими, с как его, с аварийкой. Это, походу, как мигалки работают, короче. Это тоже, наверное, к чему-то относящийся чел, прикиньте. Вот как эти вот ребята. Слушайте, тут все какие-то особенные, вы посмотрите. Только я один как лох, короче, еду. Спасибо. Да, тут всем норм, короче. Мне он на Кэмри, этот особенный чувак, уступил место. Чел реально ему нормально, который слева от меня стоит. Короче, у всех все в порядке. У всех все хорошо. Кто там? Где там? Господи, еще кто-то там что-то чирикает уже. Я, походу, один без мигалок в Москве остался. Походу, я один. О, все на красный, нормально, нормально. Да, я реально один, походу, такой особенный. Какая золотистая, богатая куртка, ребят, богатая куртка, посмотрите. Причем золотистая, а рюкзак красный, то есть она еще с отсылкой на Древний Рим. Блять, ну что там за мудак едет, а, на грузовике, сука. Блять, ну всю пыль же поднял, вот пидорас, блять, а. Бля, вы посмотрите, у него еще и ветки там какие-то сверху. Не закрыты ничем. Так он еще и едет, как абсос полный, блять. Ага. Не, спасибо. Некуда заливать. 5 мне хотят омыватель продать. Блин, может, я что-то не понимаю, может, а правда куда-то надо заливать? Слушайте, ребят, напишите в комментариях. Вот. Может, его куда-то там под стекло надо лить? Спасибо. Тут бачков нет нигде, блин, надо поискать.
Может, его маслом надо лить? Смотрите, еще один баллос, Их что-то все больше и больше становится в Москве. Интересно, а это совпало, что девушки идут? Прошу прощения, у меня неотложное дело просто появилось там внезапно. Интересно, это совпало, что девушки идут в одинаковых голубых куртках? Или какой-то посыл в этом есть? 3, 2 Это что, режим проветривания такой у чуваков? Когда вентиляция забилась, короче, засорилась, сажаешь братюню назад, и он держит дверь приоткрытой. Режим вентиляция, короче. А если закрыть, то это режим рекуперация, в общем. Это климат-контроль такой. Самарский климат-контроль, в общем, пускай будет. Не знаю, почему самарский, кстати. Всем привет! Если вам нужен хороший мотоцикл и вы решили купить его в Японии, поздравляю, решение правильное. При покупке на аукционе вы имеете такие преимущества, как подробная оценка состояния, гарантия реального пробега, а мотоциклы там зачастую в лучшем состоянии, чем аналогичные, но с пробегом по России. Как правильно заказать? Обратиться в компанию MotoSteel, разумеется. Как вы знаете, мы давно сотрудничаем, и могу вам гарантировать, что там работают профессионалы, которые проконсультируют вас, подберут, выкупят мотоцикл, растаможат его, доставят вам. Вам, по сути, остается только выбрать модель и произвести оплату. Покупайте хорошие мотоциклы с компанией MotoSteel. Все ссылки под видео.